привет! Меня зовут Даша, и сегодня хочу показать, как сделать парту для куколок. Итак, нам для этого понадобится линеечка, большие ножницы, маленькие, и маленькие еще нам понадобится, ручка, канцелярский ножик, потом нам понадобится тарелочка, вернее блюдечко. И еще нам для парты также понадобятся тетрадки, дневнички и колпачки. Я взяла такие от фломастеров. И еще в них лежат такие карандашики. Как сделать такие тетрадки, карандашики, дневнички? Переходите по ссылочке, нажимайте на фотографию и можете посмотреть, как их сделать. Скотч. Цветной. Я взяла зеленого цвета. Клей-пистолет или другой сильный клей. Еще нам понадобится плотный картон. Ну что ж, давайте приступим. Мы берем картон и чертим такую схему. Рисуем прямоугольничек размерами 6 сантиметров на 7 сантиметров. И сверху также 6 сантиметров. Потом мы проводим линию вверх, 8 сантиметров. Отступаем от 8 сантиметров в сторону, 2 сантиметра. И соединяем линиями наискосок. Так у вас должно получиться. Теперь мы берем скотч или что-то кругленькое и прилаживаем его и обводим линию, чтобы столчик наш был красивый. Такая схема у вас должна получиться. И теперь мы это вырезаем. 4 таких штучки. Теперь мы вырезаем картон размерами 19,5 сантиметров на 2 сантиметра. 2 штучки. Вырезаем 4 листа картона размерами 20 сантиметров на 2 сантиметра. Вырезаем 1 лист картона размерами 23 сантиметра на 5,5. Потом вырезаем 1 лист картона размерами 23 сантиметра на 6. Вырезаем 1 лист картона размерами 12 сантиметров на 23 сантиметра. Вырезаем также 1 лист картона размерами 19,5 сантиметров на 6 сантиметров. И вырезаем 4 листа картона размерами 1 сантиметров на 13 сантиметров. Теперь мы берем картон размерами 11 на 13 сантиметров. И отступаем с этой стороны. Один сверху, 1 сантиметр. И причерчиваем от этого угла до этого угла, там где мы отступили 1 сантиметр. И у нас получается такая косая линия. Это будет основание нашей парты. Для того, чтобы она была у нас чуть-чуть под наклоном. И отрезаем эту линию. Я уже вырезала картонку, отрезала эту линию. И теперь мы ложим так нашу картонку. Берем блюдце и соединяем его от угла до угла. И проводим ручкой дугу. Я уже провела дугу. И теперь мы вырезаем эту картонку. И делаем такие 4 штучки. Теперь мы берем наши 4 подготовленных ножки. И склеиваем их между собой. По 2 штучки. Я уже склеила наши ножки. Так у меня получилось.
Теперь мы берем самую главную нашу картонку размерами 12 сантиметров на 23 сантиметра. Это у нас поверхность парты. Переворачиваем и отступаем по 1 сантиметру с каждой стороны. Мы за линией вот этой вот приклеиваем наши ножки. Мы их приклеиваем там, где у нас наклон. И таким образом у нас получается парта под наклоном. Сейчас я приклею. Я так приклеила наши ножки. Так у меня получилось. Теперь мы берем эту картонку размерами 19,5 сантиметров на 6 сантиметров и приклеиваем ее. Теперь мы берем две картонки размерами 19,5 сантиметров на 2 сантиметра, склеиваем их между собой, а потом мы их здесь вот приклеим. Я уже склеила эти две картонки между собой и приклеила их. И так оно должно у вас выглядеть. Теперь мы нашу парту отлаживаем в сторону и займемся скамеечкой для нашей парты. Нам для этого понадобится 4 картонки, которые мы с вами чертили и вырезали. И склеиваем их парами по 2 штучки. Так я склеила наши ножки. Теперь мы берем картонку размерами 23 сантиметра на 5,5 сантиметра. Ложим ее. Переворачиваем. И также отступаем по сантиметр с каждой стороны. Берем наши ножки. И там, где мы отступили, точно так же мы их приклеиваем. Я уже приклеила нашу сидушку к ножкам. Так она у нас выглядит. Теперь мы берем картонку размером 23 сантиметра на 6 сантиметров. И приклеиваем ее сюда. Это будет наша спинка. Так я приклеила нашу спинку. Такая скамеечка у нас получилась. Теперь мы ее отставляем в сторону и берем наши последние 4 картоночки размерами 20 сантиметров на 2 сантиметра и склеиваем их между собой парами по 2 штучки. Я склеила наши палочки. Теперь мы берем нашу парту и выставляем наши палочки, чтобы они были как раз посерединке. Потом мы берем нашу скамеечку и также выставляем. И это все мы склеиваем. И у нас получается такая парта. Я уже ее приклеила. Теперь мы берем скотч цветной и отклеиваем ее. Или берем краски и раскрашиваем нашу парту. Я уже обклеила нашу парту и рассадила моих куколок и разложила их не тетрадки, дневники и ручки с карандашами. И такая парта у нас получилась. Теперь наши куколки могут делать уроки. Привет, Брайан. Привет, Мэдалин. Что у тебя сегодня с уроками? У меня нормально, а у тебя что? У меня тоже нормально. Вот нам новые тетрадки выдали. Да, мне тоже выдали. Стоп, а это мы в ней контрольную решали? Да.
Ой, а интересно, какую же мне оценку поставили? Я сейчас посмотрю. Ух ты, мне поставили 12 с плюсом. Понятно. Ну и сейчас я гляну, что мне поставили. Ух ты, мне тоже поставили 12 с плюсом. Ну, значит, мы молодцы, недаром нас двоих за одну парту посадили. Ну, давай готовиться к другому уроку. Давай. И будем учиться. Ура! Ну что ж, если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. До новых встреч. Всем пока. Буду рада новым друзьям.